Здравствуйте, друзья. Тема очень сложная, но я не могу оставить без внимания вопрос Станислава Викторовича, так что говорить будем о соревнованиях в айкидо. Здравствуй, Денис. Я хотел бы узнать твое мнение относительно осуществления спортивной деятельности в рамках айкидо, в частности, айкидо и кикай. Недавно увидел информацию о том, что одна из российских федераций айкидо, возглавляемая Егоровым, вышла из состава айкидо и кикай, мотивируя это тем, что собирается проводить спортивные соревнования в рамках айкидо. Вот что ты по этому поводу думаешь? Стас, за что? Казалось бы, очень простой вопрос. Я могу на него дать простой ответ. Я категорически против проведения соревнований по айкидо, так как считаю, что это противоречит духу айкидо. И это не официальная позиция представителя признанной организации айкикай, а мое личное мнение. И более того, если завтра вдруг айкикай заявит о том, что он начинает проводить соревнования, я, скорее всего, пересмотрю свое участие в этой организации. Но если мы взглянем на проблему шире, то мы можем найти другие точки зрения, и, на мой взгляд, часть из них заслуживает внимания. На эту тему происходит много спекуляций. Опять вместе складываются мухи и котлеты. Вы знаете, как я не люблю, когда это вместе. И давайте попытаемся отделить одно от другого. Я, знаете ли, вообще отношусь к спорту, ну, так, без особого восторга. На мой взгляд, это способ канализации человеческой агрессии. Как некий временный компромисс на пути развития нашего вида. Это как клапан на паровозе. Без него паровоз взорвется. Но, господа, мы в 21 веке живем. Может быть, уже пора с паровоза пересесть на что-то более современное. И, на мой взгляд, айкидо – это как раз попытка сделать шаг вперед. Да, это очень трудный шаг. Он требует серьезных усилий, интеллектуальных и духовных. И, наверное, это непонятно или сложно для новичков, для неофитов. Но мастера-то это должны понимать. И я никогда не поверю, что господин Егоров это не понимает, с его огромным опытом. И если он так поступает, очевидно, у него есть какие-то свои причины. Думаю, что мы здесь взрослые люди, мы все понимаем, зачем они хотят проводить соревнования. Я всегда искренне говорю, что люблю, когда люди занимаются тем, что им нравится. Но хотят они проводить соревнования по айкидо. Они же не наркотики в школах предлагают распространять, в конце-то концов. ФАР хотят проводить соревнования, айкикай против соревнований, и ФАР выходит из состава айкикай. На мой взгляд, вопрос исчерпан. Единственное, за что можно было бы критиковать ФАР, это за то, что они продолжают использовать название айкидо. Гораздо логичнее было бы добавить какой-нибудь префикс, например, спортивное айкидо. По-моему, тогда вообще никаких вопросов бы не было. Но если мы сейчас начнем критиковать всех, кто использует название айкидо, занимаясь не совсем айкидо, а иногда и вообще не айкидо, то, как говорится в старом еврейском анекдоте, молодой человек, почему вы решили начать именно с нашей парикмахерской? Если мы зайдем в Wordstat и Яндекс и наберем айкидо, то первые запросы после айкидо будут, прости господи, психологическое айкидо. Вы знаете, что это такое? Это совершенно шарлатанский развод на всю голову для вот этих с позитивным мышлением, знаете ли, йога смузи фалафель. Моя жизнь была дерьмом, пока я не прочитал вашу книгу. Никакого отношения к айкидо это не имеет. Но люди используют это название, неплохо, судя по всему, зарабатывают. Помимо этого есть еще полно сект с какими-то самодельными практиками, которые тоже все это называют айкидо. Что же касается айкикай, да, возможно, эта организация не лишена недостатков. Но пока она сохраняет наследие основателя, пока досю айкикай демонстрирует эталонное, с моей точки зрения, айкидо, пока там живы традиции таких учителей, как Фудзита, Нишо, пока мы можем учиться у таких учителей, как Тада и Изаяма, я буду в этой организации. Знаешь, Стас, мне вообще кажется, что вокруг этого события какой-то излишний ажиотаж. Я, честно говоря, об этом даже не знал, пока ты мне ссылку не прислал. Но ты говорил, там 200 комментариев, я их читать не стал, потому что вопрос о соревнованиях айкидо – это не тот вопрос, для которого мне нужно знать чужое мнение, чтобы составить собственное. Ну, вышла организация состава айкикай. Ну и Анну Грозный, ну что тут особенного? Может быть, этот пафос просто из-за названия? Это зависть тех организаций, у которых название не такое красивое.
Вот я читаю пресс-релиз, подписано президент Федерации Айкидо России. Убрать слово «Россия» получится просто президент Федерации Айкидо. Никто бы и не заметил. А вот если убрать слово «Айкидо», и это может вести в заблуждение каких-то новичков, которые не понимают, что это всего лишь одна из организаций, из многих признанных организаций Айкикай в России, а не Федерация Айкидо всей Руси. И остальные организации продолжают следовать традициям Айкидо. А вон, посмотрите, сколько у нас признанных организаций Хомбу. И я думаю, что это хорошо. Я имею некоторый опыт выхода из организаций, поэтому, читая по скриптум, понимаю сложности, с которыми сталкивается руководство ФАР. Хотя у нас тут, конечно, и труба пониже, и дым пожиже, но все-таки, как только я ушел из организации, в которой долгое время находился, посыпались такие же предложения и ко мне, и к моим ученикам. Но я к этому отношусь совершенно спокойно, и для меня это скорее повод для шуток. С другой стороны, почему нет? Вы объявляете, что собираетесь проводить соревнования кому-то из ваших учеников. Это может не понравиться. Почему бы не предложить им продолжить изучение айкидо в какой-нибудь признанной организации Айкикай? В общем, если кому-то нравится соревноваться, пускай соревнуются. Может, где-нибудь высоко в горах, знаете ли, так это, ну, не в нашем районе. А кто хочет следовать духу айкидо, вы знаете, как нас найти. Надеюсь, Стас, на твой вопрос я ответил. До свидания, а всем хорошим людям желаю не болеть. Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны.